Привет всем, дорогие мои зрители! В сегодняшнем видео я буду угадывать ароматы. Буду я это делать с закрытыми глазами. Для этого я подготовила ароматы 2 месяца тому назад. Будем проверять мою память. В общем, они здесь все находятся. Вот. Я не знаю, сколько их здесь. Вот. Упаковала я в черную бумагу, как вы видите. В середине есть бумажка, и на бумажке я подписала, как называется аромат. Буду я это делать при вас. Вы будете свидетелями, как я разбираюсь в ароматах и вообще, какая у меня память на ароматы. В общем, я это все ставлю сзади меня, чтобы вы видели, и буду вот так вот брать. Давайте будем приступать, и первый аромат, который мне попадается, вот этот. В общем, я это буду делать при вас. Закрываю глаза, распечатываю. Есть здесь бумажка. И здесь вы видите аромат. Вот, это я все бросаю вот так вот на пол. Открываю. Это у меня Кензо эликсир, такая красная длинная бутылочка, это эликсир, по-моему, этот аромат вышел в прошлом году, в 2015 году. Все, у меня закрытые глаза, открываю еще бумажку, а вот она. Эликсир кон ноте, да. Flower by Kenzo. Эликсир, ну, так как я сказала, красная бутылочка. Ну, наверное, вы скажете, ты там вырезала бумажку, и так было мне легче узнать по бумажке. Ну, ладно, идем дальше. Следующий аромат. Закрываю глаза. При вас распечатываю. Так уже не... Ой, где там бумажка? Я не вижу бумажки. Я открыла, я не вижу бумажки. Здесь ничего не написано, ничего не упало. В общем, я закрываю. Можно это не засчитывать, но... Этот я аромат издалека узнаю. Это Femme от Lady Gaga. Это черная жидкость. Такая черная, то есть бутылочка прозрачная, в ней черная жидкость. Я этот аромат наизусть помню, поэтому если этот... Сэмпл имеет такой темно-серый, темный цвет немножко, то значит это аромат от Леди Гага. Ну вот. Ладно, давайте дальше. Открыты глаза. Закрываю. Закрыла глаза. Распечатываю. Надо так аккуратно, потому что я не знаю, где эти бумажки. Ага, вот. Здесь есть бумажка. Здесь написано. Вот вы смотрите, что это за аромат.
Там подписали мне это в магазине Sephora. Это выбрасываю, открываю. Наношу. Это у меня еще руку надо попробовать. Такс. Это, по-моему, Дюна. Я все-таки думаю, что это Дюна от Кристиан Диор. Хотя, может быть, и Диориссимо, но сомневаюсь. Скорее всего, в общем, я говорю, что это Дюна. Нет. Jimmy Choo, я ошиблась. Я, наверное, его вот так вам показывала. В общем, я с Jimmy Choo, да, я Eau de Parfum. Я ошибаюсь с Jimmy Choo, это, ну, у меня бывает такое, ладно. Следующий аромат, который я открываю, закрываю глаза. В общем, вот так. А, здесь есть вот бумажка, все. Не знаю, как вам покажу со всех сторон. Вот здесь. И вот здесь. Не знаю, где написано, потому что глаза у меня закрыты. Такс. Открываю. Вау. Это, ну, я на палец нанесу, где у меня палец. Но я думаю, что это Giorgio Armani. Giorgio Armani. Джо. Ну, открываю. Аква ди Джоя, да. Но это Эде Туалет. Это туалетная вода, не Eau de Parfum. Но они очень похожи между собой. Хотя я угадала. Это Джорджо Армади Джой. Аква ди Джоя. Я сказала Джой, но это Аква ди Джоя. Следующий аромат беру, закрываю глаза, так, распечатываю. Бумага, бросаю это, ага, вот есть здесь. В общем, показываю. Со всех сторон покажу, со всех сторон покажу, открываю. Так, я нанесу на этот палец сюда. Это, я вам сразу скажу, это Christian Dior. Это мой любимый аромат. Это Christian Dior. Мисс Диор Парфам. Надеюсь, что видно. Мисс Диор Парфам. Все, я угадала. Дальше идем.
Вот это у меня. Закрываю глаза. Упс. Дальше, дальше, дальше. Аккуратно распечатываю. Так, черная бумага здесь есть тоже. Чем бумага вот так. Смотрим. Смотрим со всех сторон. Не знаю, там фокусируется или нет. В общем, я так показываю, потому что не знаю, как даже показываю. Вау. Это Диориссимо. Это или Диориссимо. Сейчас я попробую. Нет, это Дюна, скорее всего. Я говорю, что это Дюна. Пусть я ошибаюсь или нет, но это Дюна. Dior Dune Eau de Toilette. Угадала. Не вижу, фокусируется или нет. Вот честное слово. Вот. Что так? В общем, все. Дальше. Следующий беру. Закрываю глаза. Распечатываю. Здесь есть вот этот Sephora. Вот. Бросаю. В общем, я не знаю. Я вам показываю со всех сторон, потому что я не знаю, где надпись аромата, где надпись Sephora. Это мне подписывали в магазин. Так, открываю. Это Диориссимо. Это Диориссимо. 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 Так что еще раз покажу вам. Дальше. Закрываю глаза. Так мне нравится, прям само интересно. А вот эта бумажка здесь у нас есть, есть. Смотрим. Показываем со всех сторон. Не знаю, как там фокусируется, но в общем я так открываю. Это, по-моему, это Versace. От Versace такая зеленая жидкость, не помню, как он называется, но это марка Versace. Но я ошиблась. Но я предполагала. Это Dior Pour Poison. Новая версия. Ну как я так? Ну начальные ноты такие кислые какие-то мне показались. В общем, ну не угадала, ради бога. Дальше. Закрываю глаза. Бумажка. Есть здесь надпись. Здесь тоже надпись. Открываю.
Боже, я открыла, но я не посмотрела. Ну вот это есть Versace. Но это Gucci Bamboo. Он долго раскрывается, Gucci Bamboo, поэтому его сложно угадать сразу. Надо подождать, я бы угадала. Сразу такие какие-то вот эти ноты, которые меня запутывают. Ну ладно, дальше. Закрой. Так, глаза закрыты. Упс. Дальше, дальше. Смотрим, что это у нас. Что это у нас? Что это такое? Не могу угадать. Это, по-моему, Jimmy Choo Eau de Parfum. Или же нет? А, что это такое? Попробую нанести на руку. Я уже знаю, что это такое. Это Roberto Cavalli. Eau de Parfum от Roberto Cavalli. Аромат такой, он в такой коричневой бутылочке. Боже, как же Роберт, по-моему, называть или как? Ну, в общем, от Roberto Cavalli. Смотрим. Роберто Кавалли, точно, Роберто Кавалли. Но мне, давно его не слушал, мне так нравится. Дальше, закрываю глаза. Так. Так, открываю. Я не знаю, что там фокусируется. Но это точно Versace. Где бы мне его потестить? Это точно Versace. Мама мия, это Versace, это, не знаю, смотрите, не открываю глаза, потому что думаю. Но это точно Versace. Мама мия, я опять прокололась. Это Шанель Лео Вилле, в общем, читайте. Это последняя Шанель, которая вышла, вот эта шайбочка, вышла в 2015 году. Ну, что-то они мне вот кислые вначале, я их путаю. Так, аромат последний. Закрываю глаза. Так, пробую. Не могу, затрудняюсь узнать.
Ну, это точно туалетная вода от марки Versace. Потому что я знала, что здесь есть вот эта туалетная вода от марки Versace. Я знала. И мне очень нравится этот аромат, этот кислый. Уже могу волосы нормально уложить, потому что уже глаза закрывать не буду. И, наверное, поэтому у меня вот такие ассоциации с другими ароматами, потому что эти ароматы вначале, они раскрываются вот этой кислотой, ну, кислинкой, такие кислые и чем-то похожи. Но потом они все, вот я спутала, сейчас скажу, с Шанель я спутала, с Гуччи Бамбу я спутала, попутала. А, да, с Пур Пуайзон я даже попутала. Вот. Реально, я вот этот аромат перепутала с тремя, вот этими тремя ароматами. То есть это Шанель, Лео, Вилле и Лайв, не знаю, вот этот кислый в начале, Пур Пуайзон, новая версия, какой-то кисленький в начале, и начальные ноты в аромате бамбу от марки Гуччи тоже, они раскрываются вот этой кислинкой, их можно перепутать. Потом, конечно же, каждый из них раскроется по-своему, но надо подождать, надо ждать около 15 минут, не меньше, ну, 10, например, вот так как-то. Поэтому очень легко в самом начале перепутать. Но если бы я делала вот это видео только вот с этими четырьмя ароматами и хотя бы подождала 2, 3, 4 минуты, я бы угадала, наверное, каждый из них я бы угадала, назвала бы правильно. Ну, ничего страшного, здесь ничего страшного нет. Мне самой было интересно, какое получится видео, даже не знаю, вот с такими закрытыми глазами. Я ничего не вырезаю, видео как получилось, так получилось. В общем, если что-то не так, извиняйте, но мне было очень интересно сделать такого плана видео, даже для самой себя. На этом я с вами попрощаюсь, пожелаю вам всего самого наилучшего. С вами была Татьяна. Пишите мне комментарии, если хотите. С удовольствием я читаю и отписываю. Принимаю участие активно я в комментариях тоже, то есть не игнорирую. В общем, до скорой встречи. С вами была Татьяна. Пока-пока. Целую вас всех. Пока.